Потом, ну вот, вот эти акции «Украина без Кучмы», они были инициированы Социалистической партией Украины, к ним подключились в том числе разные и либеральные, и националистические силы. То есть, в принципе, состав вот, вот этой «Украины без Кучмы» был чем-то похож на состав, сегодняшнего Майдана. Und die Aktion Ukraine ohne Kutschma ist zwar von den Sozialisten initiiert worden, aber es gab da auch liberale Gruppen drunter, nationalistische. Also insofern ist die Bewegung, die sich damals vereinigt hat, auch mit der zu vergleichen, die wir so heute in der Ukraine haben. И именно тогда вот, была очень активна и Юлия Тимошенко, которая включилась в это движение, и Виктор Ющенко, которого мы еще узнаем позже, когда будет раньше. Und damals waren eben auch schon Julia Timoschenko sehr aktiv und Juschenko, zu dem Sascha dann später noch genaueres sagt. Да. Потом, в принципе, к чему привели эти акции «Украина без Кучмы»? Они привели к международной изоляции Украины на Западе, но Кучма смог продержаться до конца своего срока. Und diese Aktionen Ukraine ohne Kutschma haben generell zu einer Isolierung vom Westen geführt, aber Kutschma hat es geschafft, bis zum Ende seiner Amtszeit also sitzen zu bleiben, durchzuhalten. Поводом для этой изоляции были пленки с аудиозаписи, на которых Кучма плохо отзывался об одном журналисте, о Георгии Азангадзе, который впоследствии был похищен и убит. Und Grund für die Isolierung vom Westen war, dass es Tonaufzeichnungen gab, wo Kutschma sich eben abfällig geäußert hatte über Georgi Kongratz, der später dann auch entführt und ermordet wurde. Но потом в 2004 году в украинскую политику активно входит Виктор Янукович, который становится из региональной фигуры, из представителя Донецкой области, фигуры уже всеукраинского масштаба. Und 2004 taucht dann Janukowitsch auf, der hatte vorher nur regionale Bedeutung in Donetsk und ab 2004 hat er eben sich in der украинской политики insgesamt. Но тут еще стоит понимать, что в Украине есть такое очевидное противостояние, да, между русскими и украинскими националистами. Оно очевидно, о нем очень много рассказывают СМИ, оно активно освещается пропагандой с обеих сторон. Und also man muss ganz generell sehen, dass es in der Ukraine den Gegensatz gibt zwischen russischen und ukrainischen Nationalisten. Der ist einfach da, aber es wird eben auch noch durch die Propaganda von beiden Seiten so betont. Но есть в Украине еще одно противостояние, о котором никто из пропагандистов не говорит вслух. Это противостояние между олигархами и связанным с ним криминалом из различных регионов. В частности, это противостояние между Днепропетровском и Донецком. Und es gibt eben noch einen anderen Gegensatz in der Ukraine, über den keiner spricht, also der nicht in der Propaganda vorkommt. Das ist einfach der Gegensatz zwischen den einzelnen Oligarchen und den mit ihnen verknüpften kriminellen Strukturen. Also da gibt es gerade den großen Gegensatz Донецк и Днепропетровск. И поэтому хоть вроде бы как Янукович был в политическом отношении во многом именно преемником Кучмы, но он вместе с тем был уже из другого клана. То есть в Украине так или иначе ожидалась определенная смена власти. Kann in gewisser Weise sagen, dass Janukowitsch ja das, was Kutschma gemacht hat, fortgeführt hat, aber Janukowitsch kommt aus einem anderen Clan. Also. Вот, но тогда в 2004 году произошли события, которые потом стали известны как Оранжевая революция. Это был протест против фальсификации на выборах. Эти фальсификации и в самом деле имели место. Вот, но в то же время мы не можем отрицать, что
это было такое очень партийное движение, которое было сконцентрировано вокруг единственной цели не дать Виктору Януковичу избраться на пост президента. То есть это был и привести, соответственно, на этот пост Виктора Ющенко. То есть у Майдана 2004 года был определенный лидер, за ним стояла определенная партия и определенная символика, определенная идеология. Und 2004, das was dann später als Orangene Revolution bekannt geworden ist, hat seinen Ursprung in Protesten gegen Wahlfälschung, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Aber der Protest war am Anfang an parteiisch. Also da ging es darum, nicht zuzulassen, dass Janukowitsch an die Macht kommt, sondern das Ganze eben für Juschenko zu drehen. И там, опять же, участвовала и Социалистическая партия Украины в этом протесте, она поддерживала Майдан. Потом Коммунистическая партия Украины, она выступала против Майдана, она была на стороне партии регионов. Da den Maidan 2004 hat die Sozialistische Partei der Ukraine unterstützt, während im Gegensatz zu den Kommunisten, die haben sich da eben rausgehalten, die waren gegen den Maidan, die waren auf der Seite der Regionen, also da, wo Janukowitsch auch herkommt. Тут необходимо уточнить, что партия, которая называется Коммунистическая партия Украины, все украинские левые, причем не только антиавторитарные левые, но и марксисты, они пытаются не иметь ничего общего с этой партией, потому что она, по сути, очень далека от любой социальной риторики и опирается преимущественно на пророссийские настроения, то есть можно сказать и на клерикализм московского патриархата. То есть, по сути, она чем-то похожа на партию «Свобода», о которой я чуть-чуть позже еще скажу пару слов, но если первые – это украинские националисты, вторые – это русские националисты, которые избегают слова «национализм» и апеллируют к советской ностальгии. Es ist wichtig, noch zu den ukrainischen Kommunisten dazu zu sagen, dass eigentlich alle Linken in der Ukraine versuchen, mit denen nichts zu tun zu haben. Also egal, ob das Antiautoritäre sind oder Marxisten, weil die Kommunistische Partei der Ukraine eben sehr pro-russisch ist, auch klerikal ausgerichtet auf das Moskauer Patriarchat der orthodoxen Kirche. Лично я забегаю слово коммунисты при описании этой партии. Also Alex würde die Kommunistische Partei der Ukraine nicht als Kommunisten bezeichnen. Er hatte vorher noch länger ausgeholt. Sie haben eben überhaupt keine soziale Rhetorik. Also das fehlt da vollkommen. Und in gewisser Weise sind sie, die ukrainischen Kommunisten, eben auch mit der Svoboda-Partei vergleichbar. Das eine sind eben russische Nationalisten und das andere ukrainische Nationalisten. Наиболее известные инициативы, которые они продвигают в парламенте, это, к примеру, это наказание для однополых пар, это возвращение в уголовный кодекс смертной казни и так далее. То есть это популизм даже не левое, а местами право. Denn wenn man sich anschaut, was die ukrainischen Kommunisten an Gesetzesanträgen einbringen, dann geht es um das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen, um die Einführung der Todesstrafe. Also sie sind da auf einer sehr У нас и так отсутствуют однополые браки за введение уголовной ответственности за однополые связи. Ich hatte die Ukraine leider für fortschrittlicher gehalten. Es geht darum, dass Homosexualität generell unter Strafe gestellt werden soll. Das haben die Kommunisten unter anderem eben gemacht. Да. Но сейчас мы возвращаемся обратно к 2004 году. И вот именно в этот период очень активно с обеих сторон пропагандистами обострялось противостояние между Востоком и Западом Украины. И тогда на повестку очень активно вышел вопрос
украинского антирусского национализма и русского антиукраинского национализма. Und 2004 ist eben sehr dieser Gegensatz zwischen Osten und Westen in der Ukraine betont worden und der russische Nationalismus versus den ukrainischen Nationalismus.